Привет всем жителям Ютуба, подписчики моего канала Life. С вами Олег Кошевой, Элина, мир вам всем. Заварите чаек, кофеек, сегодня мы на природе опять. Те, кто не может выехать, для вас мы снимаем это видео. Ну и не только для тех, кто не может, тех, кто может выехать, но по какой-то причине не выехал сегодня на природу, чтобы поискать грибы. Ну не только грибы, можно порыбачить, поохотиться. Мы сегодня за грибами. Ночью прихватил морозец, минус 3 было заморозок, и грибы вот такие вяленькие попадаются, но конечно есть и тверденькие, вот такие более-менее. Я все-таки рассчитываю на то, что будут где-то белые находиться нами, потому что белые они должны потверже. Так что сразу подписывайтесь, то из сообществ каких-то социальных сетей. Обязательно переходите прямо на YouTube, и там на YouTube подписывайтесь на мой канал. Потому что будут еще эти видео новые. Сразу ставьте лайки, будьте активны. Я понимаю, что грибная вещь — это не молодежная тема. Молодежи немногим нравится. Хотя есть из молодежи много, я думаю, есть. Если есть, напишите в комментариях, кто из молодежи любит собирать грибы. Вот. Но мне кажется, это больше любят люди, которые уже узнали жизнь, уже такие... в жизни как-то вот какую-то нишу заняли и живут теперь более спокойной жизнью, либо наоборот суетной, а здесь вырываются на природу, чтобы в тишине побыть и поискать грибы. Ну как вот не выйти и не поискать вот таких здоровых красавчиков, да? Ух, да, ты красавчик же, да? Очень красивый грибок. О, понюхала. Вот такой. Мы зашли, сейчас чуть тактику сменили, в другой зашли березнячок. Вот они, когда мороженое, они внутри прямо ножкой, что-то с ножкой. И тут смотрю, такие вот уже переростки. Но мы хотим сегодня боровичков найти все-таки. Потому что у нас выход в дождь был, и мы ни одного боровичка не нашли. Надеемся, сегодня на новом месте может что-нибудь попадется. Вон, смотри, вон еще один. Я вижу тут много. Да и вот он еще один. Гнилые, вон уже одни столбики торчат, переростки. Да. Здесь никого не было. Кроме нас. Вон, моя собака, смотри. А что это мы так? Блин, это что это мы там? Смотрим, ищем. Лина, встань. Лина. Встань. Иди гуляй. Давай, иди. Там по краю не проходилось? Проходилось. Плохой? Вроде более-менее такой. А это плохой? Тут тоже. Переросток. Разрежь эту шляпку, посмотри. Даже не червивый. Удивительно. Нет, черви, вот они. Они же в этой растут, нет? Или это не черви? Да вот вроде червей, не знаю вообще-то, ну тут нет червей, ну что-то не хочется такой большой брать. Да. Ну хоть вот этот сорвет. А вот маленький. О, смотри, лучше сюда смотри. Сейчас я подожди, здесь покажу, вот какие грибы. Ну-ка, давай, что смотри. Там? Раз, два, три. Давай этих красавчиков камеру вот так держи. Ну они какие-то пережили заморозок сегодняшний. Я уже вытащил. Сейчас. Холодные прямо. Прямо холодные. Сегодня заморозок был, ребят. Ночью. Они прямо такие. Мягкие. А вот семья, смотри, три. Вот он, смотри. Махонький один, вот он. Он маленький. Еще один. Рвать. Вот такой. Парочка. Они какие-то такие, вялые. Ну, сейчас все такие будут вялые. Значит, надо в воскресенье идти.
Заморозка, видите, в карту грибы превращаются. Ну даже может быть не из-за заморозка, вот эти, уже давно стоят. А эти молоденькие, но они тоже такие слизнявые. Раз. Для вас. Замороженные грибы. Зимой, говорят, вот такие достают, прямо они как хрустальные стоят. Ножик сегодня что-то счастливый куда-то делся мой с огнивом. Приходится обычным рубать. Еще. Такой шикарный зимний. Ребята, конкурс на название грибов. Комплименты грибам. Красавчик, помимо красавчика, еще как можно. Прелесть. Еще говорите грибам. Обнимаются грибы. Вот они. Обнимашки. А там два даже, да? Да, я что-то второй даже не заметила. Значит, правда, такие они немножко неприятные. О. Ну такие мокроватые они. Угу. Какая полянка красивая. Были бы такие красивые, съедобные. А то они съедобные маскируются и не найдешь под листики. Вот эти как пуговички. Вообще красотули. Показывай, так ничего не видно. Одна шляпа. Да. Грибок. Грибочек. И жопа торчит. Угу. Так не очень хочется грибы. Да. Не знаю, вот это борщевик. Метра три точно. Его хватит сантиметров 10 в диаметре, вернее. Олег, посмотри, какой борщевик. Метра 4 высотой. Вообще фильмы какие-то. Ужас. Постапокалиптическое время. Чудо-грибы. Это правда старый. Ой, фу, Лина, уйди. Лина. Уйди. Уже старый. Блин, ты что такая сегодня любвеобильная собака? Здесь. Покажи, что там у тебя. Подберёзочек. А вон там, смотри, вон. Здесь. Вот тут вот. Вперёд. Вот один. Тут вообще огромный. Они скоро уже не видно. Созрели вообще. Перезрели даже. Уже перезрели, Лин, да. Сюда можно залезть на рыбу. А что-то она как-то сегодня себя ведет подозрительно. Угу. Лежай немножко лучше. А это не боровик? Не знаю, мне кажется, нет. Целая. Ой, тебя тоже, блин, уйди, ну я легла. Уходи. Лина, уйди. Уходи. Толстоножки. Смотри, какой красивый, да? Раз. Вот он, два. Да. Два. Ножик не режет. Вот он, три. Три. А вот еще один, смотри, под листвой, вот разгляди. А вот это четыре. Ого. А вот еще, смотри. Он спрятался. Он спрятался. Ой, какой толстенький. Чудесный гриб. Пять. Смотри, какие прям ножки у них у всех. Вообще классно. А тут их, видать, солнышко быстро пригрело, они не успели померзнуть. Они такие, не такие слизкие. Угу. Что-то наша Линка сегодня какая-то загадочная. Очумелшая. Вот так на одном месте сразу, да? Угу.
Ну, сразу же в корзине. Мы с тобой еще не успели в лес зайти. Да, ну хочется боровиков. Хочется. Может, они здесь и были где-то. Ой, как много. Да, я прибыл. Ой, какая некрасивая. Разворот, видишь, какой-то у них. Маневры. Кружат, закружили. Смотрите. Выстраиваются в ряд, в ряды. Ты приблизил, да? Как красиво. Ой, сколько их там набрал. Перестраивают, что-то как-то все. Ага. Блин, ну прекрати уже, а? Перекличка у них, да? Ага. Круги, круги делают. Сформировались, перекличка, и полетели. Видела, покружились. Угу. Один косяк пошел, а там другие кружатся дальше. Клин делают. А вторые там что-то... Ну, смотри, как он туда вот прям пошел клин. Это неожиданно, клад, ребята. Сколько я тут хожу, первый раз здесь встречаю подосиновик. Вот он, красавец. Даша. Беленький, свеженький, смотри какой. Да, шикарный гриб. Ой, ой, как я ему рад. Они здоровые ноги уходят, голубь. Ну, ходи сюда. О, какой. Да. О. Ничего себе. Ножище. Ну, тоже чуть мороз подхват его. Ого. Ножка как ушла. Ну, у них ножки здоровые у всех подосиновиков. Да, он тоже такой мягкий. Мороз его. Блин, у тебя сегодня особая любовь. Что с тобой? Вроде не холодно на улице. Он тоже такой по вкусу, наверное, как белый. Ну, примерно, да. Подосиновичек, интересно. Вот здесь может пройтись. Он какой-то одиночный, да? Ну, не одиночный, так. Ну, правда, бывают полянки. Вылазивают, но это одиночный. Ой, скользкий. Давай посмотрим тут по кругу. Какой красавчик. Стечок. Гнездышко. Вот тут, ребят, мы костер жгли, сосиски жарили, а тут такой махина нас ждет. Ну-ка, стой! Стоять, сидеть, отойди. Вот прямо шла на него. Блин, понюхай. Так же вы на меня ругаете, сейчас вам. Смотри, вот она, Лина. Видишь, нельзя его есть. И ходить по нему нельзя. Это громадный. Это да. О-о-о, ничего ж себе. И слизень там целая. Братва голодная. Ага.
оголодавшие. Детеныши слизняковые. Не знаю, брать его, не брать. А что с ним? Нормально вроде. Да он вообще отличный. Вот это громадина. Все, осталось только белых для комплекта. Громадный подберезовик есть. Подоконник есть. Какой гриб. Одна шляпка видна. Витлина. Ой, как неприятно, когда ты так вот мордой своей ткаешь в камеру. Что там? Вот эти березочки, ребята, вот сами. Сейчас вытащил штук 8 таких. Вот они лежат, и вот они торчат, свежачок. Но я уже таких 8 штучек нарезал. Вот они свеженькие. Угу. Вот это, видите? Это молоденькие. Тут все молоденькие повылили. И что солнце светит. Угу. Ну, они вот лезут. Че, слизковатые все-таки, потому что мороз ударил. А вот белых... Будем искать. Возики, возики, свеженькие прямо. Я присел, чтоб 8 они нарезал. Короче, сейчас забежала собака заблудшая какая-то. Мы гоняли ее. А здесь, когда ее прогнали, вдруг наткнулись на одно место. Ну, в принципе, мы знали, что здесь белые растут. И вот мы наконец-то на них нарвались. Вот смотрите, вот он один. Смотри, он молодой совсем. Совсем молодой. А вот он второй. Тоже махонький. Смотри, какой красавчик. Снизу белый. Еще один. Еще. Ой, они только пошли, Олег. Поэтому мы их можем найти. Еще. Еще. Это я сломала, наверное. Или собака бегала. Нет, это был уже сломан, наверное, давно. Давно? А может, мы сломали. Да нет, сейчас мы тут носились какой-то. Красота. Вот они, мальчики, красавчики. Сделайте вот этого фото. Дай-ка я сам. Да, сделай, сделай. На заставочке. На видео, ребят. Вот такого мужика. Ой. Вот наше место. Здесь они и росли, по-моему. Это и есть грибница. Наверное. На, держи. Ну все, снимаем. Снимаем. Ты рад? Очень. Очень, как мне написали в комментариях, найти беленький, это как какую-то редкую монету. Ну да, да, такое удовольствие. Радость. Прям. Потому что их редко, и они прячутся очень. Ой, хорошо. Ой, наверное, зря так ножку. Ладно, уже трезвый. Вон какой, смотрите, толстячок. Маховичок, боровичок. Да, маховик. Может быть, если бы не побегали сейчас за собакой, не нашли бы. Да нашли бы, мы ж тут... Мы же знаем. Ну, в принципе, то, что они очень маленькие, это, конечно... Да, вот у него запах... Специфический, вот, у них не такой запах. Нюхали мы подберезовик, сравнили по запаху. Подосиновик. Но не тот запах, не тот. Ну что, берем эти? Бери, конечно. Хочешь, оставь, вот соседям ходят там. Нога здоровая, смотри, уходит туда. Сбитый. Да, голову. Он тут носился сейчас этот кур. Да нет, это давно сбито, видишь? Не знаю. А, может быть, сбили, ножка растет? Да, ножка растет, а шляпки нет. Да. Только глубоко он. Вот и там тоже они могут быть. Понимаешь? Ой, какая шляпка еще надулась. Это не шляпка. Ой, голова. Надо искать. Видишь, они как? Они вообще не найдешь их. Именно как охотник охотится на них, на зверей, так и на... Ой, как колени мои болят. Ой, не могу уж. Ну-ка, сделаешь фото? О, давай, подожди, вот отсюда. Вот отсюда, это чтобы два было видно, вот так. Ну-ка. Какое красивое фото будет. Да, ребят? Просто красота. Ну как можно их найти? Так их не найдешь просто вот взглядом обычным. Ну.
просто полюбуйтесь. Изымаем, да? Изымаем. Жалко, конечно, таких маленьких. Но... Ну, не ты так. Тут другого. Соседи. Какой карандашик. Лин, ты бы лучше так грибы бы искала, как ты вот сейчас мне сбивает руку, мне лезет под камеру, чтоб я ее ласкала. О, да толстячок. Это тоже же подрос. Туда все. Надо еще дальше искать идти. А уже, наверное, больше тут не будет. Итак, сколько мы с этого места собрали? 5? 4? 3? 4. 4. Свеженькие. Вообще, но не тяжеленькие. Комар спрятался, смотри. Сидит, спрятался. Спит. Да, вот это боровички. Попробуй таких найди, да? Ну все, можем идти домой, в принципе. Что-то вот эти грибники ходят и ходят здесь постоянно тоже. Местные, наверное. Они хотят с нами подружиться. Ладно. Может, еще кто-нибудь ждет нас. Нащупал время. На ощупь. Смотри, он под листвой. Вообще и он без нету. Света. Посмотри, почему он белый? Потому что он без света, он еще не вылез, да. Ой, какой. Что-то надо прямо это, хоть ползком ползи. Смотри, мы сели, и она легла. Ползает. Дайте мухнуть Лиле. Продолжим. Это наша грибница тут. Вот тогда, помнишь, мы срывали, вот два оставалось. Это как раз вот это место и есть. Ну, возможно. Здесь дома было жарко, холодно, а сейчас жарко ходим. Ну и грибы, в общем, радость. Они наполнили просто радостью, что вот белые нашлись. 5 беленьких мы собрали сегодня, один подосиновик, и вот такие еще тут торчат, дружины, громадины. Ох, король, ну, грибов. Да. Лен, у нас такой был сегодня. Короля. Да. Это что-то прям одни короли сегодня. Ну, на, понюхай. Такой не ешь? О, здоровенный. Подберезовики здоровые и крепкие. Но мы хотим еще беленьких найти. Только повылезли. Черныша такого мы сегодня, по-моему, не видели, чернышей, да? Да нет, ты что здесь срезал? Срезал? Не, у меня, по-моему, все светлые головки сегодня. Грибов. Ой, какой прелесть. Он под тобой, под ногой. И так замаскировался. И вот он. В траве. Просто присаживаешься, и вот они. Куча. Белый, поэтому очень трудно сейчас ищется. И гриб. Ну что, уже старенький, не стоит. Это твердый. Твердый, да? Да. Смотри какой. Угу. Король, еще один. Еще. Я не знаю вообще. А, сейчас же дожди лили. Сколько? Да, да, дожди лили. Но если бы было бы тепло, они, мне кажется, больше бы их было бы. Самих количество? Холодно, да. Ну, может быть. А может там под березой? Вон еще, смотрю. Срезали. Это не вот. Не вот. Может там под березой были нарезаны? Может быть. Парилась собака. Тут, вот на этой прямке они такие коричневые. Угу. Под березочек тоже подмерзший. Срезан? Да. А вон смотри. О, еще одна. Красотень. Вот. Гриб-грибочек. Что тут? Что-то их много, да? А может они такие, может потому что они свежие. Они приятные такие. Как жили. Ну не как жилье, а как
Свеженькое что-то. Вот так. Сейчас Лена прыгнула, чуть его не сбила с размаха. Еще один царь. Царь, да. Рядом еще один. О, крепкий. Смотри, а рядом с тем еще один. Да. Прям с корзинкой, я смотри. Корзину поставил рядом. Тут я уже не видел. Вот он, смотри. Под листиком. Нагинаешься, как будто все на ладони. Ой, какой весь в слизнях. Нормально. Лена сидит. Как не очень весело сегодня. Да, она что-то хочет любви сегодня. Замерзла. Смотрите, как замаскировался. Огромный. Там, наверное, ножка будет. Кулак мой. Ой-ой-ой. Вот это маскировка. Вокруг тропа он спрятанный. Бежит. Любопытство. Любопытство победило. Подосиновый? Победила усталость. Почему нет. Подосиновый? Что ты взял? Знаешь, такая голова красноватая. Одуреть. Ну, если бы там только такие были, одуреть. А может быть и правда подосиновик? Нет, под березой. Вот это громадина. Ну, покажи ей мне. На. Видела? Вот это здоровый. Как он долго ждал нас. Крепкий. Крепкий очень. Офигеть. Вот это мощь. Два дня мы не были тут. Ну, какой два дня? День мы не были. Или два? День, ну, мы в среду были, сегодня пятница. День не было. Он тяжелый, а он как тот белый. А-а-а. Смотри, и она ищет, ищет, тоже ищет, ищет, да? Ищет. Где грибы, где грибы? О, какой вообще прелесть. Ты хочешь тут что, остаться? На ночевку или ночь? Уже местечко подготовила, да? Не, пойдем домой. О, я вижу, да, издалека. Грибочек. Да, для меня? А? Где? Сейчас покажу. Вот он. И вон еще один. И вон, да. Слизняк. Голодный. Ну, тут тонкие ножки. Но длинные. Полная корзина. Ой. Мы как-то... Ой, смотри. Да мы как-то вообще не стараемся корзинку набрать, чтобы прям просто гуляем. Мы хотели белых найти в стране. Самая главная задача была найти белые. Сегодня просто очень комфортно так. Солнышко светит. Да. Завтра будет... Сегодня тепло будет, и завтра... Ой, завтра они полезут вообще. Толпа полезет. Люблю такие необычные. Я вчера видел фотку в интернете. Вот такая толпа, только штук 7. Только белых грибов. У-у-у. Прям вот так из одного корня. Как может, это фотомонтаж? Да нет, настоящий. Тут же вот эти два выросли, так и белые могут расти. Почему бы нет? Это все искать надо. Это вообще красота, да? У-у-у. Апострофировать в земле, конечно. Ё-мо, корзина уже полная. О, еще тут рядом шляпка. Ага, они втроем росли, видишь? Фух. Устала, Лин? Сидишь, идешь? Что? Линочка устала, бедненькая.
собачулька. Друзья мои, мы прогулялись прекрасно. 2,5 часа мы гуляли. Первая неделя октября. Солнечный день, дожди шли. И за счет того, что дожди шли, вот такие громадины вымахали. Подберезовики огромные просто. Вот. Я думал, такие червивые будут, они нет, крепкие, твердые. Но в то же время есть вот такие красавчики. Маленькие подберезовички, бочоночки. Помимо этого, полезли беленькие, свеженькие. Самый большой вот этот, но размером с палец. Красавчик. Его мы первым заметили. И вокруг, всегда, когда вы находите один белый, надо смотреть. Под листьями я вытащил вот такие беленькие, маленькие. Они даже не успели шляпкой наполнить. Но если мы не вытащим, то тут людей очень много ходит. И вполне вероятно, что они достанутся кому-то другому. Вот такие красавчики. Парочка. Ну и, конечно, здесь нашел подосиновик. Вот сколько я хожу здесь, подосиновиков не было. Вот первый. Собака устала, вымоталась. И, если честно, вначале не было настроения. Думал, ну раз морозец, был ночью, значит, и грибов не будет. Но грибов полная корзина. Сейчас солнце печет прямо, теплое. Это значит, что еще пару дней и опять полезет куча грибов. Прекрасное занятие, прекрасный отдых. Рекомендую всем. Рекомендую также подписаться на мой основной канал. Там, конечно, не грибы, но там другое хобби, которым я занимаюсь. Вы можете это увидеть. Там же присутствует собака, мои друзья. Больше 100 тысяч подписчиков. Обязательно нажмите лайк, прокомментируйте, скажите, как вы любите, не любите собирать грибы. С вами Олег Кошевой. Следующее видео обязательно будет интересным. И на моем канале будет не только грибная охота, но будет еще много чего различного. Жизненный канал, это и есть лайв-канал мой. Все, давайте, друзья, пока-пока. До новых встреч.